Всем привет, дорогие друзья, с вами Швиля, и мы играем в Last Take. Да ладно, фиг с ним, про какого-то магического чувачка. Я не знаю, я не помню, короче, играл я ли в нее. Я, может, даже повторюсь, может, и играл. Ну, не, хотя, может, и нет. Просто очень много похожих. Как бы, отлично, вы можете совершить рывок. Ага. А, вон как прицеливается. А можно просто прицелиться джойстик. А можно без прицела? Быстро коснитесь, чтобы выстрелить. Ну да. Может, очень много похожих игр. И, знаете, может быть, повторялся. Тут 3500 видео выпустил. Так, давайте дальше. Что у нас? Пиксельный мир. Так. Потяните, чтобы прицелиться. А, вон как. А, надо его убить. Все. Так, псевдоним. Ладно, Швиля. Отправить. Так, доступно дополнительное изображение, звуки, музыка. Давайте. Пока загружается, так посмотрим, что это такое. Пиру, что-то лучник. Ага. Тут лучники, тут варвары, тут маги. Ну, в смысле, то есть получается, можно кого-то еще и выбрать. Варвар. Ну, давайте мага пока. Маги, они все равно такие жесткие. Жесткие. Так, крысиное гнездо. Что это у нас крысиное гнездо? Это у нас способности. Руна огня. Так, руна огня. А что еще вот есть? Крысиное гнездо. Производство крыс, которое вооружено острыми зубами. Давай посмотрим крысиное гнездо. Так, пиру. А, я выбрал здесь. Так, здесь соло. Получить медальку. А, самоцвет. Ну, как обычно, всякие самоцветы. Не цветы, самоцветы. Получить. Ага, открыть. Понятно. Все как обычно, немного бесплатно, всякую фигню ежедневную. Ладно, давайте сначала поиграем все-таки. Играть. Практика. Смерть во время ожидания. Что там? Ух ты, что это такое? Подожди, мы с игроками играем? Я, блядь, по своему этому. Давай-ка. Фига себе, мы с игроками играем. Блин, я самоубийство сделал. Давай здесь точку сделаем. Блин. Ой. Ти-ти-ти-ти-ти. Что такое? Новые способности, да. 10 уровень какой-то. Да. Блин, надо было, кстати, это. О, что-то появилось. Портал. Что-то портал вообще. О! О! Как хорошо-то я прям. Что-то я. Что-то классно, сундучок. Мне так переполнить. Давай. Использовать способность. Давай. Так, что это у нас? Можно выкинуть как-то. Что это такое? Ну ладно. Слушай, а если вот это, что это такое? Можно забрать? О, паучок какой-то.
Паучок, крыски. Так, что у нас тут? Блин, кстати, прикольно. Победа. А, это 8 человек было, и он один остался, да? Что-то не пойму. Награды. Швиля. Получить, ладно. Так, мы все получили. Опять медаль какую-то. О, обычный сундучок. Так, открываем. Что это у нас здесь? Бабосики, стрелы. Так, пока мы, получается, за этого были, да? Можно улучшить? Крысиное гнездо. Улучшить. А, типа у нас... Это копье. Улучшить. А, нельзя улучшить, да? Пусть там хранители. Хранители тоже не улучшишь. Ладно, назад. Здесь что-то у нас дали какие-то эксклюзивные новые причлюды. Купить абнемический какой-то кружок, блядь. Получить что-то сезонный дракон. А, она опять нам дали. Ну, давайте опять играть. Что у нас пока ключики есть в запасе? Так, мне дали способность. Надо сейчас взять еще способности пару. Вот что такое. А можно их выкинуть как-то? А, выбросить еще можно, видишь? Да. Что такое? Что такое? Не знаю, что это такое, ладно. А, типа ловушка. Нафиг она нужна, эта ловушка? Там, мне кажется, там почти. Эй, чувак! О. О, убил. Яс. Что такое? Отравленный какой-то этот. Ох ты. Меня убили? А. Понятно. Это типа я это. Да ладно, фиксим. Перед боем мы разминались. Вон он на чё. Это думаю, что за фигня. Так, еще один во второй уровень. Это оказывается вон он на чё. Ух ты. Хорош. Казарму подобрали. Ух ты, кто это там так устреляет? Блин, кстати, прикольно, казарма. Так, подожди, я первое место опять. Слишком изи. О, второй уровень. Дали медальки. Ух ты. Не, игрушка, кстати, прикольная. Не, я в нее не играл, это точно. Королевский подземелье. Ну, 8 человек это мало. Сигрид. Что за Сигрид? Да, посмотрим, что за Сигрид. Выберем сейчас эту Сигрид. Так, ну ладно. Выбрать. Тигрид. Что-то дает нам всегда бесплатно, что-то непонятно. А, свитки. 200 свитков. Не, интересно, интересненько. Так, давай-ка. Так. Ну что, давайте дальше. Ну, с королевские земли здесь одиночные или три? Ну нет, наверное, так одиночные возьмем.
Уничтожитель кристаллов. Что это такое? Возразил конец через... Победа достигается, накопившего больше всех золота в команде. Защищает свой кристалл, уничтожает кристаллы других. Ну, давай посмотрим, что это такое. В случае воскреснемся. Так, поиск игроков идет пока. Ух ты. Ух ты, я даже не знал, что такое. Ух ты, хорош. Пока идет поиск игроков, значит. А, типа я возвратилась. Ну, что-то нет, что-то вообще какая-то. Он так все, конечно, стреляет. Она замораживает, конечно. Но все равно. Вы смерть. О! А, ну ты просто издалека стреляешь. Уху! Там просто так сидишь и так вот. Нифига решила. Ух ты. Ну что? Ну что? Давай. Во. Угу. Во. А, блядь. Повернуть через 2 секунды. А, сука. Так, давай, давай. Да, блядь. Чё он уничтожается? Так, надо... Чё у нас? Ага. А что такое 10 уровень? Ох ты, хорош, эти какие-то планеты жесткие парни. Надо золото искать, что за золото? А, типа, золото какое-то. За убийство мое. О! Ах, вернее, 42 секунды. Катя, она, короче, еще на таком пауке. Ох ты, хорош. Так, ну мы, конечно, так себе. Но все равно второе место заняли, неплохо даже для этого. Ну, маг, конечно, из него, из меня такой себе. Ну, прикольно, мне игрушка понравилась, я бы ее даже отметил. У себя, так. За ее заслуги получить медаль еще какую-то, а что еще получать можно? Все, вроде уже. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.